Яблоня теперь будет расти в школьном дворе, напоминая об участии ребят в проекте «Беляевские чтения». В этом году их темой стала космонавтика и сам первый космонавт Юрий Гагарин. Он посадил дерево в Сочи на улице Гагарина 15 мая, тоже в мае, как бы, вот, 65-го года. И вот мы продолжили его идею и посадили яблоню уже на территории школы номер 15. Чтобы дети помнили этот день. Вместе со школьниками яблоню посадил и герой России, космонавт Сергей Нефедов. В Сочи он посетил детсад номер 14 и две гимназии, 15 и 9. Пообщался с ребятами и рассказал интересные подробности своих полетов. Ведь только там, в космосе, Нефедов понял, что человеческие возможности безграничны. Я это увидел, познал и стараюсь всеми силами делать, чтобы люди от меня, особенно ребятишки, девчонки, уходили с позитивом. Не просто с позитивом, там счастья, встречи, удивительных вещей, которые узнали, чтобы они увидели, что они, условно говоря, это могут, что у них это есть. Вот. Для этого нужно только это захотеть и включить этот механизм, который у каждого есть.